Ну что, моя девочка, как ты поживаешь? Все хорошо у тебя, да? Никаких обострений весенних нету, все в порядке. Угу. Ладненько. Так, мы сегодня с тобой делаем клизмотерапию, правильно? Процедурку. Угу. Хорошо. Так, ты, если что, не переживай. У меня есть диплом от клизматории чистого ущелья, поэтому за какие-то медицинские штучки, да, нюансики, ты даже можешь не переживать, хорошо? Так, ты пока прикладывайся на кушеточку. Мне нужно, чтобы твое тело полностью расслабилось, да. В особенности тазовое дно. Поэтому я тебе сейчас включу звук водички, журчания. Чтобы так, как будто вот чувство такое было, как будто ты захотела пипи сделать. Да, вот такое расслабление должно быть тазового дна. Ладненько, хорошо. Так, сейчас подожди, я по батареям постучу. Я тебе сейчас включу звук порхания бабочек, потому что вот там многие говорят, девчонки какают бабочками. Потому что все, что ты мыслишь, все, что ты слышишь, когда ты это все преобразуешь, это все формирует не только твое мировоззрение, но и голову. Так, мне нужно сейчас, чтобы все твое тело расслабилось, хорошо, моя дорогая. Все тело. На меня смотришь, окно закрываю. Закрываю глазки. Мне нужно прям полное расслабление. Чувствую, как макушка расслабляется. Макушка. Шолдерсы твои расслабляются, шолдерсы расслабляются. Клизма должна войти свободно, спокойно, да, легко. Для этого нужно полностью расслабление. Куда у тебя сиси-то поползли? Ты что, все время жила в напряжении? Я даже не знала, что они где-то. Чувствуем, как наши булки начинают опускаться вниз. Как они начинают раздвигаться. Как они должен быть такой немножко массаж. То есть чувствуешь? Вот как будто мы хотим пипи сделать, только немножко другим местом, хорошо? Должно быть такое ощущение расслабления. Почувствуй себя бабочкой. Должны распахнуться и захлопнуться, распахнуться и закрыться, распахнуться и закрыться. Они должны колыхаться. Чувствуешь? Ягодицы должны двигаться в хаотичном направлении.
даже, может быть, какая-то танцевальная терапия. Немножко войти в транс тазовым дном. Я тебе расскажу немножко про наши виды клизмы, хорошо? Потому что ты выбрала стандарт, но у нас есть еще классное предложение. Что входит в виб-клизму? Это, конечно же, журнальчики. То есть во время процедурки ты можешь почитать журнальчик какой-нибудь интересненький. Там может быть мужской плейбой или там про салоны красоты и так далее. Далее у нас идет трансфер до дома. То есть после процедуры появляется машина специальная, вот, и которая довозит тебя обратно до дома, если ты не можешь ходить после этого. Сразу после процедуры тебе подставляют трон для отдыха. Есть как 30 минут, так и 60 минут. Все зависит от, конечно, самой вип-клизмы. Также мы предоставляем ассистент раздвигателя ягодиц на время процедуры. И, конечно же, прозрачный унитаз, где ты можешь наблюдать за собственным очищением. В дополнение идет фото и видеосъемка, ну, на память просто. Из коктейльных клизм у нас идет ирландская бомба. То есть во время процедуры вам дают попить пиво и идет само поэтапное вливание клизмы. Также у нас есть лицо ангела. Многие девчонки мне говорят, что вот именно после этой клизмы они видят ангела. Со вкусом абрикосика, кстати, если хочешь, могу тебе сделать. Ну и для любителей острых ощущений у нас идет такая корейская клизмочка, да, с кимчишкой. Она максимально раскрывает все границы ощущений. В стандартную клизму входит массаж взбитые булки вот такими вот шариками. Нам нужно немножечко развернуться сейчас с тобой, да? Немножечко, совсем чуть-чуть развернемся. Мне нужно просто достать твои булочки, хорошо, моя девочка? Вот, и покатаем вот эти шарики, хорошо? Давай. Как ощущение? Сейчас мы покатаем. Я из твоей кожи могу это узел связать. Это вообще было полненько, да. Худела, наверное. Ты расскажешь мне потом как. Потому что я хочу немножко это, чтобы
у меня мочки ушек немножко поменьше были. Возьмем вот такой вот крем уже по классике. Для таяния очень здоровский. Я им пользуюсь вообще каждый день. И на пятки наношу, и на лицо клиентам, конечно, вот. Классная, здоровская. Вообще любые ягодицы, как тесто, нужно оставлять на время, там на 30-40 минут, чтобы оно поднялось. Вот, но так как у нас этого времени нету, то придется работать с плоскостью. Ой, ну все, закончили. Ты выбрал, значит, лицо ангела, все верно? Хорошо. Так, нам нужно тогда с тобой сделать коктейльчик этот. Нам понадобится вот такая вот водичка. Такая вот водичка. Вот. И вот такие вот реагентики. Реагентики очень безопасные, ты даже можешь не переживать. Возьмем нашу водичку вот такую вот и зальем реагентик. Вот такой у нас реагентик получился. Такой вот. Нужно его размешать. Какое-то странное свойство, то есть он, видишь, такой мокренький, когда я понимаю, почему-то сухой. Слушай, я это брала в Чернобыльской области, я не знаю, в чем дело. Сухой какой.
очень здоровски будут влиять на твою ЖКТ, на все очищение организма. Так. И осталось немножечко перемешать, дорогая. Давай немножко пока уложи сюда вот. Да, чтобы у тебя не затекло ничего, чтобы ты хорошо себя чувствовала, хорошо. Так, пока у нас реагентики работают, я тебе домой дам вот такие две штучки. Это ёршики для твоего ануса, чтобы ты могла дома спокойно очиститься, там, если тебе нужно что-то. Вот, или перед клизмочкой как-то ко мне пойдешь на процедурку, чтобы не занимать время, да, чтобы я вот это вот сама не делала, может, дома сделать. Можешь как объединять, так и по одному. Такие праздничные ёршики. Они двигаются в разные стороны, поэтому если твой кишечник, да, он такой извилистый, вот, пожалуйста, может сгибаться, приобретать форму твоего кишечника. Как ты хочешь. Слушай, надо уже окна какие-то покупать, понимаешь, которые не пропускают звук. Потому что вот эти мои поклонники на Ломбардчине, они уже меня достали, и могут. Насколько можно гонять, привлекать мое внимание. Вот такая вот. Такая вот длинная. Тонечка. Посмотри сама, как тебе нравится там. Да, можешь чистить все, что угодно. Может, тоже можешь чистить. Универсальная штучка. Так, ну что, коктейльчик у нас уже с тобой готов. Да, все уже преобразовалось. Я поместила в специальные стеклянные клизмочки, чтобы ты могла посмотреть на лицо ангела. Там еще вот такие вот блесточки. Они когда попадают, ну, в твой организм, они еще скрабируют изнутри. Очень здоровски получается. Все канцерогены, они всегда мешают. Все вот эти витаминки. Дайте мне сейчас для животышки глаз. Если ты хочешь какой-то охлаждающий эффект, если, допустим, ты использовала корейскую клизмочку, то вот можно их заморозить, вот эти вот штучки, просто вставить, и будет такой айс-анус эффект. Хорошо, моя девочка. На тебе вот такой вот сквишек. Если что, если будет тяжело, если захочется орать, ты просто вот так зажми в ручки, хорошо. Так вот.
если захочется убежать домой там или вообще захочется коньки отбросить, просто вот так пошмякаю. Хорошо. Или когда ты будешь тужиться, или когда из тебя все будет выливаться, это тоже такое, ну, мало ли что может вылиться из тебя еще, поэтому в конце нужно будет зажать, так сказать, закрыть организм, закрыть мышцы все. Дышать. Спокойно дышать, выдыхать вместе с водой. Поняла меня? Хорошо. Так, ну что, выбираю, какую клизмочку будем тебе вставлять. Такую или такую. Есть большая габаритная. Давай, думай, пока. Я тебе их выдержу, так пока показываю. Олег, я тебе сказала, не надо после моих окон стоять и пердеть, ё-моё. Я тебе сказала, уже нет. Есть маленькая. Выбирай. Давай с маленькой начнем, хорошо. Смотрим, что у нас получилось, насколько у тебя большое раскрытие, чтобы понимать, хорошо. Давай немножечко отвернемся. Подтеткам отвернемся. Тететочка, вот так вот, моя дорогая. И глянем, не переживай. Я очень нежная. Я все сделала с легкой руки. Не волнуйся, моя девочка. Ангела увидишь. Так, посмотрим, что у нас тут. Идет полное раскрытие. Ну все, моя девочка, а ты переживала. Так, сквиш держишь? Жмешь ему? Хорошо. И дышим тоже. Дышим, расслабляемся. На каждый выдох я вливаю. Хорошо, моя девочка. Давай. Поехали, выдыхаем. Чувствуешь, как заполняется весь твой организм витаминками, канцерогенами всякими, да, чувствуешь? И еще поехали. Раз. Выдыхаем.
оно должно присутствовать. Что? Жар пошел. Оно должно присутствовать. Затуманенность чувствуешь, да? Сейчас я и тебе вмотаю скотчем тогда твою попочку, чтобы ничего не вылилось. Нужно немножко с этим коктейлем полежать хорошо. Время разгрузки должно быть. У тебя где-то 20-30 минут можешь полежать на кушетке. Хорошо, моя девочка. Давай. Так, сейчас я возьму скотч. Умиротворение пошло. Ну, не омертвение, умиротворение. Все правильно? Хорошо. Я тебя жду на следующей процедуре. Надеюсь, все будет у тебя хорошо. Обязательно мне позвони, потому что некоторые не дозваниваются. Вот одну клиентку... Нет. Одна клиентка, это была неделя. Получается, вот где-то уже 10-я клиентка, она почему-то мне не перезванивает. Я никак не могу до них дозвониться. Пожалуйста, позвони мне, это очень важно, хорошо?